Леггинсы, джинсы. Это от Дженнифер Лопес. У меня спрашивали, вот, купила, наконец-то. Потому что они как-то у нее странно очень продаются. То вообще нету, то вывешивают один-двое. Так, это восьмерочка. Сейчас покажу вам на себе. Я себе тоже оставила восьмерку. Вот так вот это смотрится. Ужасно удобные, по-другому не скажу. Потому что они не имеют вот здесь ни пуговиц, ни молний. И у них высокая талия, 26 сантиметров. Бедра у меня я померила по самым выдающимся местам. 108. Но если вы хотя бы на 2 сантиметра больше, то вам нужна десятка. Это на бедра край 108. Где-то 106, 108, 105 будут отлично. Они вот здесь вот имеют очень хороший джинс, такой плотный и с стрейч. Потом, кто просил вот с этими, с дырочками. Зимой можно колготки под низ одевать, летом вот так вот ходить. Замечательный у них спандекс там вот здесь. Сзади они вот так вот смотрятся, все подтягивают. Я вчера в них ходила, и сегодня везде они вот не вытягиваются, как вытянулись и на 3 размера стали больше, ничего подобного. И вот их очень удобно носить. Раз, одел и вперед. Какую-то тунику одел, свитер длинный, сапоги сейчас, но колготки нужно под низ одеть, а летом вот так можно загибать их вот так вот, можно в разогнутом виде. В общем, вот у меня есть 2 восьмерочки. Вот такие. Видите они? На бедра 105-108. 26 высота талии и 36 талия. Видите, она вот так вот тянется. JLO. Тут логотип. Все тоже незаменимая вещь. Это для тех, кто любит рванье. Я рванье обожаю. Поэтому вот. У меня много вещей рванья. Так, 2 штук есть. Одни вот эти. И вот такие. Вот эти чуть-чуть посветлее. Такого плана. Вот это вот точно как у меня. Такие же. На 105-108 бедра. Видите, у них какой классный вот этот спандекс. Так, состав-то. Сейчас скажу. Так. 74 катон, 16 полиэстер, 8 вискоза. И спандекс там. Остальное. Процент спандекс. Вот такие. Есть вот такие одни джинсы. Это восьмерочка. Дженнифер Лопес. Они с молнией и с пуговкой. Так вот сделаны. Классно. Рваные. Вот такие. Ну, рванье будет вот так вот примерно смотреться. Вот как у меня. Классный стрейч. Они подойдут. У кого бедра 104, 106. Ну, 107. Тоже будет нормально. Так, 24. Высота талии. Талии они. 35. Вот здесь. 35. Длина у них, вы можете их вот так вот носить. Вот видите, 168 у меня рост, вот прям ниже косточки у меня. Загибать можно, в сапоги, опять же, все это удобно. Такой вот очень хороший у нее, конечно, стрейч. И вот эти джинсы, леггинсы, я носила 2 дня. Они вот как по фигуре сели, так вот они и сидят, никуда не вытянулись. Все у них двигается. И у нас вся семья носит ее джинсы. И сестра, и Лена, и я, Дженнифер Лопес. Так, восьмерочка. 46, чтобы сориентироваться, вот так бедра, вот так вот. Вот здесь померила. 46 сантиметров. Есть вот такие одни чудесные леггинсы. Это Tommy Hilfiger. Элечка. 89 длина у них. 46 бедра. Это элька. У кого бедра 108, 110, будут замечательно. Вот с высокой, с высоким поясом. Черные. Прекрасный вот этот спандекс, который подтягивает. Состав 90 катон, 10 спандекс. Вот тут Hilfiger. Здесь флажок его. Такие замечательные. Лосины. У кого рост маленький, тому они вообще будут по косточку. У меня 168, поэтому немножко коротковатые. Ну, их можно и коротковатыми носить, и тоже будет хорошо. Hilfiger. Леггинсы спортивные. Чудесная фанелевая рубашечка. Это Tommy Hilfiger. Эмочка 50 между подмышками. Вот на мне элька, мне как раз. Это на 48 размер. Это фанелечка теплая. Вот такая окантовочка под джинсу. Рукав можно носить вот так. Распустить вот так с манжетом, вот здесь джинс, манжет распустить вот так вот,
тремя видами. Так, Tommy Hilfiger. Очень приятные на тело такого плана. Вот эта эмочка. Сейчас еще очень модно вот эта вся клеточка. Смотрите, какая классная. Тепленькая такая. Знаете, раньше фанерки-то были. Вот так же. 100% коттон. Угу. Так, вот видите. На пуговках полностью. А, кстати, вот такая длина, 168. Чудесная рубашечка. Это Tommy Hilfiger, фланелечка, мягкая такая, на зиму, ну, уже на холода. Это эмочка 50 между подмышками на 48 размер. Вот такого плана. Сейчас эти клеточки очень модные. Ее можно тремя видами носить. Вот здесь джинсовочка. Видите, рукавчик разгибается. Вот так вот можно носить. Так, потом разогнутый. У Hilfiger специального так сделан классный манжетик, чтобы вот так можно было. Вот так. И просто распустить, застегнуть везде, распустить рукавчики. Будет 3 в 1. 100% коттон, Hilfiger. Модные вещички. Вот такая длина, на 168 у меня. Эмочка на 48 размер, 50 между подмышками. Такая мягонькая, вообще тепленькая. 100% коттон, вот такая чудесная рубашечка, 50 между подмышками. Это Tommy Hilfiger, эмочка. На 48 размер. Вот на мне элька вот так вот будет смотреться она. Такого плана. Рукава раскатываются, закатываются. Сзади защипчик, потому что она без пуговок до конца. Вот Tommy Hilfiger. Фланелька мягкая, тепленькая. И рукав можно закатать 3/4. Можно вот так вот манжетом сделать. Видите, специально сделан. И распустить вот так вот. Чудесный цвет, очень красивый. Мягкая, тепленькая. На зиму само то. Эмочка. Фанелевая рубашечка Tommy Hilfiger. Это эсочка 48 сантиметров между подмышками. Это на 44-46 подойдет. Вот такая красота. Модная. Покрой такой же, вот как у меня вот это. Tommy Hilfiger. Мягкая фанелечка, 100% коттон. Вот эсочка. Тут джинсовая такая окантовка и рукава. 3/4. Раскатываем вот с таким манжетиком, можно загнуть, он специально сделан. И вот так вот. 3 вида. Эсочка 48 между подмышками. Она не стрейч, поэтому на 48 она не подойдет. 44-46. Вот полочка до сюда пуговки. Так вот, так же. Дай вот так смотрится. Красивая модная клеточка сейчас. Женские вот такие джинсы. Это Дженнифер Лопес, такого баклажана коричневого цвета. Это 16 размер. На бедра 120-122. 56 по бедрам, но я их растянула до 120, до 60. Поэтому 120 точно. Высокая талия 27 сантиметров. Представляете, какая классная. В ремне 43 и 100 длина. Так, это опять же вот ее вот этот вот спандекс такой. Очень комфортный и классный. Так, Дженнифер Лопес. Золото вот с таким красивым баклажанным цветом. 16 размер. Состав 78 коттон, 20 полиэстер, 2 спандекс. Все. Также, кто с сапогами, с длинными кофтами, это просто незаменимо. Нога гнется в них. Замечательно. Они не толстые такие, ну, чтобы вот как джинсы Levi's, нет. Средненькие. Средненькие вообще. На 120 бедра. Джей Ло, Дженнифер Лопес. Вот такие джинсы-леггинсы. Они не рваные, как вот у меня. Это просто джинсы. Смотрите, какие классные. Это на худенькую женщину, девушку, как Лена примерно. Потому что по бедрам будет эта двоечка где-то 96 до 100, чтобы бедра были. 98 даже, вот так вот. Сядут идеально. Талия высокая. И будут вот так вот сидеть. Оденете и все. И потом не вылезете. Потому что сидят просто идеально. Цвет вот такой темноватый. Уже одни только были вот такие. И вот здесь. Джело. И вот такие бриллианты. Вот сейчас вам пасы эти же модные. А тем более такие. Видите, спандекс вообще классный. Так, тут этикетки. 72 коттон, 16 полиэстер, 74 коттон, 16. А, нет, тут другой состав. 70 коттон, 28 полиэстер, 2 спандекс. Такие вот внутри. На худышечку. Дженнифер Лопес. Платье-толстовка Tommy Hilfiger с длинным рукавом. 55 между подмышками, это элька 86 длина. Это уже такой зимний вариант на баечке. И это платье-туника. Вот такая баечка здесь. Это элечка. Вот здесь вышита Tommy Hilfiger. Вышивка пришита. Темно-синий цвет с карманами. Я сейчас померяю. Состав 60 коттон, 40 полиэстер. Так, это незаменимые вещи на каждый день. Так вот одеваете. Можно его носить хоть с плотными колготками,
Вот с джинсами, с сапогами, с ботинками. Вот такой длинный рукавчик. На 50-й как раз вот на меня. Здесь там Хилфигер. Видите, у меня там рубашка, она тут не в тему. Универсальная платье, кофта. На все случаи жизни. На баечке тепленькая. Элечка. Платье-толстовка. Это эмочка 50 между подмышками, 85 длина. Это Томми Хилфигер на баечке. С длинным рукавом уже. Вот такая баечка. 60 катон, 40 полиэстер. Вот так вот. Тут в Томми Хилфигер. Его цветах. Так, это вышивка. Хилфигер. Темно-синий цвет с карманами. Это на 48 вообще-то. Так вот. Да, это на 48. Они, конечно, все равно в носке подрастягиваются немножко. Ну вот кто хочет, чтобы было в обтяжечку, допустим, на 50, будет на вас вот так смотреться. Ну вот у меня на рубашку одета, как бы поплотнее так. Кто любит поплотнее, вот так будет на 50-м смотреться. Как свитер уже. Тоже красиво. По-другому смотрится, когда в обтяжечку. Эмочка. Платье туника Томми Хилфигер, это эсочка, 48 между подмышками, 82 длина. Так, на 44 будет свободно сидеть, на 46 вот будет как свитер, вот так вот. Вот на мне эмочка, это на 48 размер. На 48 размер вот так вот, как подтяжечку немножко будет, если на 46 брать. Ой, запуталась. Это эмочка на 50 будет смотреться вот так вот, видите, в обтяжечку. На 48 посвободнее, здесь также. На 46 будет вот так вот смотреться, на 44 посвободнее. И так хорошо. 60 катон. 40 полиэстер, темно-синий цвет, хоть с колготками, хоть с джинсами. Томми Хилфигер, такого плана. Эсочка. Пуховое женское пальто, это Кельвин Кляйн, облегченное, с жилетиком внутри, с мешочком для хранения. Вот такое красивящее. Кельвин Кляйн. Элька, так, 54 между подмышками, 60 бедра, 88 длина, 62 рукав. Капюшон не отстегивается. Кельвин Кляйн. Мягкая-примягкая, легкая. Вот такой жилетик здесь. Это золото. Вот так вот будет у вас выглядеть красиво. 168 у меня рост. Кто поменьше, тому подлиннее будет. Вот карманы. Легкая, пуховая. Кельвин Кляйн. Видите? Пуфи-пуфи. Можно вот так вот его застегнуть. Видите? Прям мягкий-мягкий материал. Шикарная вещь. Это из новой коллекции Кельвин Кляйн. Это Элечка 56 между подмышками и... Ой, забыла. Сразу надо говорить длину. И 82 длина спереди, и она внизу немножко... Ой, задняя полочка чуть-чуть удлиненная. Эта вещь шикарнейшая. Это и пальто, и куртка. Ой, даже не знаю, как еще сказать. Короче говоря, сейчас я вам все покажу. Так, посмотрите. Это такой материал классный. Посмотрите. Он непромокаемый. Вот. И Кельвин Кляйн, как всегда, сделал такую модель, когда она подойдет на любые бедра. И причем вот то, что на колокольчиком, она будет еще худеть. Такая стильная куртка, как удлиненная. Так, вот такой вот материал. Если будете попрохладнее, просто оденете даже ту же толстовку под низ. В капюшон туда опустите, будет также смотреться стильно. Как пальто можно носить. Просто вот так вот одеваете. Застегивайте. Джинсы, сапоги, ботинки. Смотрите, какая прелесть. Сейчас вот это вот, кстати, мода также идет. До на кран Нью-Йорке я видела такие вот, как шнурки. Вставляют в капюшоны, в толстовки. Вот в куртки в такие. Кельвин Кляйн. Вот это прорезиненное тут приделано. Вот эти вот штуки. Такие резиновые. Вот так это смотрится. Куртка. С капюшоном, непромокаемая. Ну, здесь лучше на 50-й давать, потому что мало ли толстовку какую-то пододеть. Будет самое то. И видите, все ваши бедра скроет навсегда. Очень комфортно. Хоть какие бедра шириной у вас. Все. Одели эти.
джинсы в обтяжку, которые вы стесняетесь носить. И все. Сапожки, ботинки. Рукав мне также понравился. Он, видите, вот такой высокий, но его можно вот так загнуть. И он будет короче. Но это у кого рост меньше, пожалуйста, регулируйте. Вообще Кельвин Кляйн, он просто молодец. Просто. Все так сделано. Вот здесь вот логотипы Кельвина Кляйна. Все, потеплее надо одеть толстовку, одели. Также она вот такая еще тянущаяся. И не будет вас сковывать. Состав. 79 полиэстер, 15 вискоза и 6 спандекс. Короче, потрясающая вещь. Видите, сзади удлиненная. И все, толстовку одели, опять же. Тут все у вас скрыло. Если у вас рост меньше, она на любой рост, то у вас она опустится еще пониже. И промокашка. Стильная куртка. Сумочку одели. Спортивную и все. Шикарная куртка-пальто. Это Кельвин Кляйн из новой коллекции. Это элечка. 56 между подмышками, 82 длина. Сзади она чуть-чуть удлиненная. Это Кельвин Кляйн, как всегда сделал, учитывая фигуры людей, любые. Так, не промокашка, видите? Капюшон вот здесь с ХБ, двойной такой, плотный. Внутри вот такая, это какой-то материал, вот такой вот классный, как спандекс, он тянется, но он плотный. Когда будет холодно, под низ одели что-то, толстовку какую-то, капюшон выставили, будет спортивного типа на у вас. 79 полиэстер, 15 вискоза и 6 спандекс. Так, одеваю. Тут ее цена была $130 без налога. Правда, очень классная вещь. Тут вам для плеера, для наушников. Это сейчас писк, вот эти все шнурочки. Посмотрите, как стильно смотрится. На любые бедра Кельвин Кляйн предусмотрел эту вещь, как всегда. И на любой рост точно так же, потому что вот такой манжет высокий. Если у вас рост маленький, все, вы его загибаете, и рука становится меньше. Вообще, насколько у него все вещи продуманные, ну, по крайней мере, здесь в Америке. Я все время восхищаюсь. Так, карманы, любые бедра, любой рост здесь. Резиновые, непромокаемые, капюшон, холодно. Пододели что-то, смотрите. Ботинки, сапоги, резиновые сапоги, все подойдет. Стильные сапоги, сумочку какую-нибудь взяли, симпатичную, и все. Эта куртка, она никогда из моды не выйдет. Вообще будет вещь, которая у вас будет всегда под рукой. Все, накинули, пошли. Красота, удобство, не промокашка. Снимать неохота. Это сейчас вообще писк-писк. Случайно напала вот на две опять такие куртки, но это эмочки. Это Nike Хамелеоны. Как увидела, как схватила. Две было в магазине. Это пуховик, куртка шикарная. Смотрите, она переливается, как на нее падает, какой свет, в зависимости от этого. Так, это пух. У Найка в Америке вещи дорогущие. Всегда кофты даже, и то такие цены. Ну, вот это еще более-менее $200 без налога. Ну, сколько? Ну, все равно 1015-то была бы. Качество у него идеальное. Вот здесь перелина сзади. Она еще теплее делает, как двойная получается она. По размерам 54 между подмышками, 62 длина, 65 рукав. Так, вот Найк, вот. Здесь такая резинка, такая, которая не даст вам задуть ничего холодному воздуху. Двойная вот такая резинка внизу, и как бы поверху еще, видите, идет вот сама эта куртка. Обалденный, конечно, цвет, очень удобная, легкая, пуховая, суперски. Так, сейчас скажу вам, на кого она. Так, это на 48 размер, мне вот вообще прям впритык. Очень, видите, притык. У меня эльки две было. Вот они мне были хорошо. Это на 48, 46, 48. 46 тоже будет неплохо, потому что она, видите, такая дутая. Смотрите, какая прелесть. Вообще. Просто классная. Цвет шикарный. Вот так вот ее носить. Воротником сделать. Так, на 48 размер. Две штучки есть. Посмотрите, как красиво. Опять снимать неохота. Сейчас покажу немножко. Шум можно вот так вот разогнуть. Вот так вот его. И вот такой окантовкой тоже сделать. В общем, воротником можно и двумя видами капюшона. Видите, какая вообще изумительная. Красивое, легкое пальто. Это Эндрю Марк. Вот такой шикарный стальной цвет. Внутри вот такое беленькое, очень легкое. Вот здесь такая ткань, как бархат, чтобы было приятно к лицу и к шее. Элечка. Капюшон отстегивается. И можно его носить шарфом просто. И когда надо, то капюшон наденете. Так, по размерам. 52 между подмышками, 65 бедра, 82 длина и 63 рукав. Так, одеваем. Красоту эту. Так, мешочек тут еще для хранения. Так, одеваем.
70. Смотри, какой красивый также. Вообще, все так сделано тоже неплохо. Для такой цены очень неплохая вещь. Очень. Смотрите. Тоже мягкая, пуховая. Прелесть. И потом оборвет. Все. Ну вот на 50, видите, мне впритык. То есть если кофту теплую хочет одевать под низ, то лучше на 48 брать. А так вот, кто с тоненькой кофточкой любит носить, самое то. Эти вещи, я говорю, и в аэропорт, и куда-то на природу, все, сложил, скатал, и всегда у вас под рукой это все. Цвет вообще обалденный. Шикарное пуховое пальто, это Эндрю Марк. Это эмочка вот такого шикарного баклажанного цвета. Такой цвет, только была эмочка. Смотри, какое красивое. Такое стальное внутри, с мешочком, с воротничком, чтобы вам приятно было к плечу и к шее. Капюшон отстегивается, можно носить без капюшона и с капюшоном. Без капюшона, с шарфом, с беретиком. Такой будет, как классическое пальто с капюшоном, спортивного типа. И также, когда вот эти пальто очень удобно, толстовку одели, капюшон выставили, и тоже будет очень стильно смотреться. 52 между подмышками, 58 бедра, 83 длина, 63 рука. Так, по размерам это не больше 48-го. Да, это на 48-й, 46-й. 46-й сможете одеть толстовку какую-то под него, на 48-й, ну, на тоненькую кофточку. На 50-й, видите, не это, маловато. Так, капюшончик. Капюшон отстегнуть можно, и будет у вас такое пальто с шарфом. Свой цвет также красивый. Это эмочка. Легкая, удобная. На все случаи жизни. Хоть в аэропорт, хоть в поездку, хоть на природу. Все, сложили комочек, бросили. И всегда с вами эти вещички. Вот видите, тут также очень приятно. Вот Эндрю Марк. Ух. Женское пуховое пальто Кельвин Кляйн. Это эмочка. Золото с черным. Вот такое оно красивое, блестящее, мягкое, пуховое. 52 между подмышками, 57 бедра, 87 длина, 61 рукав. Так, оно с жилетиком внутри. Вот такой план с мешочком. Воздушное, воротничок такой толстенький, чтобы также прилегал и не задувал. Капюшон не отстегивается, он идет как бы с жилетом с внутренним. Так, это у нас эмочка. На 48 размер мне, потому что прямо... Тютелька в тютельку. Так, вот так вот это красиво будет смотреться. Смотрите, какой красивый. Блестящий. Вот такая длина, вообще невесомый. Я все время говорю, кто особенно страдает остеохондрозом, вот такими вещами, то очень тяжело носить тяжелые вещи. Потому что давление идет на плечи. Я все вспоминаю. У меня шуба была карапулевая, красивая очень. До работы дойду и все, прихожу без ключей. Поэтому вот эти вещички, на вас их как будто бы нету. На 48-й будет хорошо. Кельвин Кляйн. Пуфи-пуфи. На пуговочках тут все тоже написано. Кельвин Кляйн. Женское пуховое пальто. Это Кельвин Кляйн. Элечка. Вот с таким жилетиком. С капюшоном. У которого также пух внутри. Капюшон не отстегивается. Стационарное с мешочком. Это элька. 54 между подмышками. 60 бедра. 88 длина. 62 рукав. Так, толстенький вот такой воротничок, чтобы у вас... ничего не задувало. Так, это на 50 размер. Легкое, удобное. Не устану это я повторять. Потому что мои все ходят в этих пальто. В России. Так, вот так вот тут застегивается. Видите, можно вот так вот его носить. Можно застегнуть так вот. Под горлышком карманчики Кельвин Кляйн. Вот так вот оно смотрится. Длина хорошая. Все легкое, удобное, пуховое. Очень приятное. Мягонькое. На 50 размер. Вот так на мне на 50-м. Черный цвет. Из новой коллекции Кельвина Кляйна. Это эмочка. 54 между подмышками, 75 длина спереди и сзади полочка подлиннее. Так, это универсальная куртка в стиле Кельвин Кляйн. Подходит на все фигуры. На любой рост, на любые бедра. Она непромокаемая. Шикарно смотрится. Вот видите? Вот, вот вода тут прям. Ой, что-то много налила. Так,
Шикарная, шикарная. Сделана отлично. Вот такой космический материал. Он вот так тянется. Под низ можете одеть какие-то теплые кофты, будет вам куртка. Так, состав. 79 полиэстер, 13 вискоза и 6 спандекс. Так, цена была 129 без налога. Капюшон двойной, ХБ внутри. Сверху вот так вот. Резиновые буквы на рукаве. Это эмочка. Так, застегиваем. Вот эта куртка на всю жизнь. Все, одели. Пошли, она из моды вообще никогда не выйдет. Вот, Кельвин Кляйн. На любой рост, кто меньше ростом, будет ниже. На любые бедра все скроет у вас. На любой рост, потому что вот эти рукава, манжеты здесь высокие. Если вы маленькая, загнули, все, у вас рукав короткий. Ну, для меня вот уже короткий. Для вас самое то. Можно даже глубже еще сделать. Вот такая красотень. Но это на 48 размер, мне, как вы видите, притык. Вот так вот можно носить. Можно вот так. Сейчас эти завязочки модные, примодные, такого плана. Очень смотрится стильно, очень. Сумочку, ботинки, сапоги, кроссовки. Что оденете, так она и будет смотреться. Оденете что-то классическое, будет классически смотреться. Оденете спортивное, под низ толстовку, капюшон вот наверх, капюшон в капюшон. Все, будет такая спортивная куртка. Эмочка. 33 на 37. Очень мне понравилась вот эта сумочка. Это Tommy Hilfiger. Смотрите, такой бордовый цвет красивый. И как зимний вариант. И как круглогодичный. Это текстиль. Сказала, да, размер 33 на 37. Вот эти цепочки очень красиво смотрятся. Вместительная, на молнии, легкая. Стирайте и носите. Стирайте и носите. Эко-кожа и текстиль. Вот такая красота. Все. Легко, просто, удобно. Tommy Hilfiger. Золото с бордовым. Такому шарфику. Видите, как подходит. Хорошо. Шикарные кроссовки. Это Michael Kors. И без коробки отправляю. Идут размер в размер. Так, это у нас какой размер? Сейчас посмотрим. Так, это у нас. Это у нас. Сейчас найду, где они написали. Вот. Господи, все просто ведь. Так, это у нас 10 размер. Да, 10 размер. Размер в размер идут. Вообще идеально. Я их отправляю, потому что я хотела себе оставить, как всегда. Но сейчас быстро в коробку положу, чтобы соблазна не было. Шикарные. У них вот эта высокая пятка, их нужно с ложечкой, чтобы одевать. Ну, удобнее было. Вот это все прилегает к ноге, очень классно. Они дышащие, вот в дырочку. Сделаны идеально. Вот их на распродажу сейчас выбросили. Я их все сгребла, сколько было. Потому что они, вот сейчас там стоят другие уже, ну, темные. По 150 долларов. И вот эти, конечно, дорогие у него всегда были. Летняя коллекция, распродажа. Сейчас на работу ходить летом, потом по городу. Смотрите, какие красивые. Удобные. Размер, размер. У кого 27 постельки, как раз. Это кожа. Шикарная. Женские кроссовки. Это Michael Kors, 38 размер. Остатки прежней роскоши. Так, 25 у кого нога постельки будут, как раз. Без коробки отправляем. Кроссовки шикарнейшие. Сейчас такие же темные стоят. 150 долларов в Macy's. Так, они... Вот с такой дырочкой, дышащие. Сейчас можно мне ходить на работе, воображать. Потом летом. Удобнейшие. Вот эта высокая пяточка с ложечкой одеваете, они вот здесь прилегают так шикарно. Мерила свой размер, идеальные. Очень красивые. Классная эта кожа. Это вот материал такой синтетический в дырочку. Здесь и здесь. Из новой коллекции кофточка. Это Tommy Hilfiger. Вот также вывесили несколько размеров на распродажу. Это 54 между подмышками. Элечка. Вот такие вот, смотрите, классные буквы. Бархатные, красным губки накрасите. Или что-то красненькое у вас будет, обувь, сумочка, будет супер. Коттон 100%, вот такой внутри. Вот такой классный рукавчик. Так, сейчас померю. Так жарко мерить. Вещи теплые у нас здесь, у нас жара. У вас-то там уже похолодание. Так вот она смотрится, смотрите, какая прелесть. Вообще, конечно, рубашка у меня здесь не в тему, но тем не менее, все равно понятно, как это выглядит. Опять же, не в обтяжку, кто не любит. Все с джинсами. Сапожками. Это Элечка на 50 размер. Смотрите, у него же все спортивного такого типа. Здесь он внес женственность в свои изделия. Hilfiger. Tommy Hilfiger, 100% коттон. Эмочка 52 сантиметра между подмышками на 48 размер. Вот такая прелесть. Так. Будет на вас вот так вот смотреться. На 48 размере у меня 50. Нужно все лишнее убрать. Не обтягивает вот здесь. Очень удобно. Такие рукавчики. Это из новой коллекции. Видите, женственность придала. Они висели такие дорогие. Вот несколько штучек вывесили остатки. Вот здесь такая это махра. Серенький цвет.
эмочка. Толстовка Tommy Hilfiger женская, это XL 60 между подмышками. Также из новой коллекции, но вот одна только осталась на распродаже. Хотела и больше купить, но, к сожалению, видимо, раскупили. Вот такая вот. Сейчас это вообще это, ну, все коллекции вот такие вот. Красно-белые, синие и Hilfiger написано крупно. Это 100% коттон, вот такая вот кофточка. На 50-й тоже хорошо будет, 50-52, отлично. Очень красиво. Никого равнодушным не оставит, настроение прям придают. Сзади вот так. 41 на 30. Мужской рюкзак Tommy Hilfiger. Вот такой вот был один. По очень классной цене. Так, это материал вот такой. Все, вода сбегает. Вот так вот он смотрится. На подарок так вообще, мне кажется, просто классно. Так, открывается легкий. Все так сделано хорошо. Замечательно. Тут Hilfiger New York. Знаете, без лишнего. Кто мужчина не любит, ничего лишнего. Вот это как раз. Что я... Это. Ох ты, как к рубашке-то подошел. Так вот это будет смотреться. Вот так вот. Видите? Ну, это мужской, конечно, лямки делаются побольше. Вместе с подарочным пакетом. Вот так вот. Отправляю. Классно. Вот такая кожа. Мужская куртка XL. Это бренд Heff & Co. Сноубордиста американского, который специализируется по выпуску мужских вещей. Очень классный бренд, цена по цене и по качеству. Так, это XL, между подмышками 64, 73 длина, 68 рукав. Вот внутри он вот такой. Такой цвет классный. Это пуховая курточка, наилегчайшая. И она складывается в карман. Вот так вот, в карман туда раз, вот так вот ее берете, укладываете, и получается вот такой вот мешочек. Вот такой. Сделано с любовью, здесь написано. Вот в такой мешочек. Вот такой. Цвет такой классный, не яркий, не черный. Смотрите, легкая. Мягкая такая куртяшечка. XL. $195 было. Толстовочка, это эмочка, 50 между подмышками, 60 коттон, 40 полиэстер. Вот на такой баечке. Очень классно смотрится, я сейчас покажу. Кельвин Кляйн. Это свитер удлиненный, одевать под шубы, под все. Потому что с капюшоном не всегда оденешь, а у нее вот такой дизайн классный. Не, она маловато, это на 48 размер. Можно даже на 46, если будете что-то под низ одевать. Вот так, смотрите, как классно смотрится. Такой воротничок очень необычный, она длинная. Смотрите, какой длинный свитер. Кельвин Кляйн. Ой, этикетка впилась. Кельвин Кляйн, рукавчики вот так можно носить. Смотрите, как классно смотрится. Ну, на 48-й, наверное, лучше. Здесь Кельвин Кляйн также. Всю на зиму-то сейчас с баечкой. Тепленькие такие вещички. Эмочка. Шикарнейшая удлиненная куртка. Это Ralph Lauren. Просто шикарнейшая. Вот такая пуфи. Цвет чудесный. Бордовый, темный. Так, это Элька. 54 между подмышками, 60 бедра, 80 длина, 62 рукав. Мягонькая. Вот такая. С мешочком. Элечка. Ralph Lauren. Смотрите, как
какая прелесть. Невесомая. Этикеток-то, этикеток, мама дорогая. $250 стоил. Так, сейчас я вам покажу, как она смотрится классно. Она также прям как хамелеон. В зависимости от того, какой цвет свет будет падать, она все равно немножко как-то так переливается. Капюшончик вот такой отстегивается, можно будет убрать. Он пуховый, такой тепленький. Слушайте, какой капюшон красивый. Как шапка прям, смотрите. Еще так сделано, чтобы не задувало. Так, Ralph Lauren. Вот такая длина. 168 у меня рост, но вот почти как пальто. Все закрывает. Чудесное, чудесное. Тоже по одному размеру было. Две штуки. Классно. И капюшончик вот так вот оденете, и задувать вам не будет никуда. Видите, он такой вот объемный. Элечка. Шикарнейшая пальтишечка, вот это Ralph Lauren, такой мешочек сворачивается. Это эмочка, 50 между подмышками, 54 бедра, 82 длина, 62 рукав. Это пуховое пальто, вот с такими кучей этикеток, всяких разных, почитайте потом. Мягкое, пуфи-пуфи. Ну, такое объемное. Капюшон отстегивается и пристегивается. Он с пухом и сделан так классно. Не будет задувать вам в него. Сейчас померю. Это на 48 размер. Мне вот так туговастенько. Смотрите, какой капюшончик. Как шапочка. Все оденете и задувать никуда не будет. Цвет шикарный. Вот такая длина. Все закрывает. Невесомый. Мягкий-мягкий. На все случаи жизни. Такая длина. Эмочка. Ralph Lauren. Женское пуховое пальто. Это Эндрю Марк. Легкое. Складывается в мешочек. Элечка. Такой воротничок, чтобы было приятно к лицу. Так, 54 между подмышками. 60 бедра. 85 длина. 62 рукав. Такой внутри. Серебряное. Легонькое, мягонькое. Капюшон отстегивается. Можете делать из него два варианта, такого спортивного. И если отстегнуть капюшон, шарфик намотать, то уже будет более женский вариант с беретиком, с шапочкой. Капюшончик вот с пухом также, такой черный цвет, смотрите, какое красивое. Легонькое, невесомое и цена приемлемая. Как приемлемая, видите, тут же тоже у всех цены разные, поэтому это такой бюджетный вариант, ну, тоже очень классный. Эндрю Марк также тут вообще популярный такой, вообще, видите, какое классное. Элечка.
шикарная толстовка, Кельвин Клайн, это эмочка, 50 между подмышками, это без капюшона, ну, одевать под шубы, под пальто, под такие вещи, где с капюшоном не оденешь. Она удлиненная, тепленькая баечка, 60 картон, 40 полиэстер, и у нее очень классный, смотрите, фасон. Это на 48 размер, мне она мала. Смотрите, какой классный фасон. Вот такой вот. Она удлиненная. Смотрите, свитерок такой длинненький. Очень тепленькая, комфортная. Смотрится вообще классно. Видите, такой воротничок тут классный. Вот так вот даже можно сделать точно. Так вот, раз. И будет с черным сочетаться. Рукава вот такие. Можно загнуть и сделать манжетом. Также на любой рост. Теплые штаны женские, 57-101 XL. Но они еще подрастягиваются, поэтому даже на бедра побольше можете взять. Они вытянутся еще сантиметров 5 точно. Поэтому можно брать, кто не худенький. Вот на баечке, тепленькие. Кто брал, говорят, носят и носят. И в квартирах, и на дачах, и куда-то с детьми, с внуками так погулять. 60 катон, 40 полиэстер. Кельвин Клайн. Манжетики. Такой серенький цвет. Все. Такой поясочек. Завязываете и идете по всем своим делам. Это вышивка. Женская стеганая курточка. Это Ralph Lauren. Вот такого цвета. Это эмочка. Ralph Lauren. Капюшон отстегивается. Можно ее сделать спортивного типа. И без капюшона, шарфиком, наверх береточку. Ralph Lauren вот тут так пришита. Так вот сделано. Хорошо очень. Это быстро сохнущая, легкая, стеганая вещичка. Вот такой подклад у нее здесь. Ralph Lauren. Так, Элечка. 54 между подмышками. 63 бедра, 83 длина, 42 плечи, 63 рукав. Вот такая куртяшка легонькая. Прелесть. На 50 размер. Замечательная. Постирали, одели, постирали, одели. Что-то поженственнее сделать. Капюшон отстегнули, сюда шарфик красивенький и все. И будет совсем другой стиль. Ralph Lauren, Элечка. Тут такая окантовочка, видите, из кожи зама. Цвет очень приятный. Мужская куртка, очень люблю вот этот бренд. Этот бренд сноубордист здесь сделал, и он мужскую линию выпускает. Раньше был каким-то великим сноубордистом. И это Hefk. Вот у него есть просто линия Hefk, есть Hefk & Co. Это его фамилия, по-моему. Так. Непродуваемая, непромокаемая, тепло держит. И у него вся одежда, которую он делает, она у него с таким удобством сделана. Он, видимо, сам вот когда занимался сноубордами, он понял, что это должна быть легкая, непромокаемая, непродуваемая. И у него цена и качество вообще очень хорошие. Так, вот это его логотип. Цвет такой болотный, непродуваемая, непромокаемая. Это Элечка. 65 между подмышками, 62 бедра, 76 длина, 54 плечи, 65 рукав. Вот такого плана. Капюшон отстегивается. Легкое, качество отличнейшее. Тут на липучках и на молнии еще. Вот такая она. Видите, ее и зимой можно носить, то в машинах ездить, так запросто синтепон внутри. Вот этот бренд замечательный. Тут у него флажок частенько пришит американский. Флис, капюшон, также утепленный. Здесь, видите, чтобы к телу приятно прилегало. У него еще куртки облегченные есть такие. Ну, как у Томми Хилфигера, они тоже у него вообще замечательные. Так, вот такого плана. Это Элечка. Карманы здесь с флисом внутри также. Вот так это будет смотреться. Капюшон. Вообще замечательная вещь. На самом деле. Цена и качество у него отличные. Отличнейшие. Так, вот здесь карман. Болотный цвет. Темно-болотный цвет. Вот такая вот. Элька мужская. Лосины спортивные длинные. Это Кельвин Клайн. Эмочка. Ну, по бедрам 42. Ну, это
такой ориентир. И 92 длина, они длинные. Состав чудесный. 90 катон, 10 спандекс. Вот эти лосины, они не вытягиваются ни в коленях, нигде. Кто синтетику не переносит, также. Это для вас, а тут Кельвин Кляйн вот так вот черный. Видите? Юбки леггинсы из такого же были состава. Носятся классно. Так, это эмочка. Ну, на бедра 102, 105. Вот так вот. Высокий пояс. Животик подтянет. Джинсы Apartment номер 9. На распродаже появились это. Джинсы леггинсы. Сейчас покажу, как они на мне смотрятся. Восьмерка. Размер восьмерка. На бедра не больше 106. Потому что они в талии должны пролезть. И не провазят через бедра. Поэтому у кого бедра больше 106, вам нужна десятка. Это восьмерка. Состав шикарный. 70 катон, 20 полиэстер, 8 вискоза, 2 спандекс. Будут вот так на вас смотреться. Бедра 106. Посадка 26. Они высоченные. Смотрите. Все подтянут, не будет у вас торчать из-под ков никаких тут пуговок, ширинок. Все у них замечательно гнется, сгибается, нога на ногу делается. Длинные, вот 168 у меня рост, если у вас меньше, то они еще меньше будут. В общем, нормальная длина, зимний вариант, не дырявые. Восьмерочка. Не больше 106 бедра. Видите, как высоко? Вообще, вот аж докуда. Вообще классно. Купила вот такую классную стеганую мужскую куртку. Это London Fog. Тут этот бренд продают. Я его не покупаю, потому что он женский, мужской. Он как бы недешево стоит. У нас он неизвестен, так же, как в Ландри. Дорогой бренд, но у нас как-то в России его нету. Поэтому... покупаю, что пользуется у нас, так скажем, популярностью. Так, вот такая стеганая куртка, она недорогая оказалась, одна висела. Это Эко. Да. Вот, видите. Так, 61 между подмышками, 59 длина. 61 между подмышками, 59 внизу у них ширина, 76 длина, 50 плечи, 65 рукав. Смотрите, как сделано хорошо. Такое стеганое, здесь все прописано. Здесь вельвет на воротничке. В общем, вообще... цена и качество замечательные. Просто. Это прямо фурнитура такая классная. Ну, вот так смотрится. Черные. Пуговки тут запасные. Кнопки. Сзади такие. Шлицы или как? Не шлицы, а поменьше, побольше сделать. Легкая вообще. Ну, замечательная курточка. London Fog. Мужская. Классная куртка, это Free People, 60 между подмышками, 57 длина. Это непромокаемая водоотталкивающая. Посмотрите, какой цвет, это у них такие необычные вещи. Это бренд, который обожают американцы. У нас он практически не представлен, во-первых, он дорогой, вот Free People. И он такой своеобразный, но вещи у них, конечно, неординарные, сразу запоминающиеся. Так, это эска, но это как оверсайз идет. Цвет шикарный, с белой шапкой, с белым шарфом. Будете неотразимы, просто. Ни у кого такой нет, ни у кого. Так, вот смотрите, как тут интересно застегивается. Она такая, как дутая, там синтепон внутри. Вот так вот. Все, белую шапочку одели, длинный свитер. Сзади затягивается еще. Вот видите, на 50 мне тоже хорошо. Поэтому она идет как такая объемная. Вот я думаю, что 48-50. Будет хорошо. Водоотталкивающая. И с черной хорошо, и с оранжевой вообще много с чем подойдет. Компьютер, Free People. Цвет вот такой вот зеленый, насыщенный. Видите, такой мятый, как бы, материал. Если растянуть, вот так, ну. Тоже классно. Шикарная куртяха. Это Элечка. Они такие широкие, как оверсайз. Идут 65 между подмышками, 56 длина. Вот такая прелесть, которые сохраняют тепло от дождей. Просто классно. И вообще они смотрятся замечательно. Это ткань такая красивейшая. Это Элечка. Меркись. На 52 также подойдет. Смотрите, какая красота. Карманчики. Здесь карманчики. Здесь затягивается, если вам нужно потуже. Вот так вот. Вот такая красота. С капюшоном. Под низ что-то одели теплое. Свитер даже длинный. И на дождливую погоду самое то. Карманчики здесь. Руки в карманы. Все. Смотрите, как классно. Элька. 52, 50.
Здесь также затягивается все. Видите, она не промокаемая, не продуваемая. Тепло, как вот в этом, в Коламбе. Мембрана у них вот такой же эффект.